Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами снова Елена и канал «Женские секреты». Сегодня очередная посылка и очередная распаковка. Эта посылка уже третья. Кто смотрел мои предыдущие обзоры, первая посылка была у меня с розами. Вторая посылка «Гигант» была у меня с гибискусами. И вот третья посылка – это фирма «Русский огород». Прислали они мне, должны быть вегетативки, что именно я еще сама не смотрела. Ну и опять, по-моему, месиво. В прошлом году выписывала, очень было много испорченных. Судя по тому, что земля насыпана, ну, вроде бы зелененькая. Так, пришли мне калибрахуа, потом пеларгонии и... Так, а петунии не пришли. Вот это как раз то, о чем я говорила. Ладно, давайте будем смотреть. Это калибрахуа розовые Гавайи. Вот такой вот череночек укорененный. Ну, в принципе, хорошенький. Вот эти интересные такие у них упаковочки. Так, ну, здесь видно, что земля была добавлена. То есть вот укоренялись они явно в торфотаблетках. Это то, о чем я говорила. В ячейках укоренились, это просто добавили торф, чтобы не пересыхали корешки. Но, в принципе, очень даже симпатичный. Вот тут даже с бутончиком. Так, хорошенький. Сегодня их буду пересаживать сразу, поэтому сильно упаковывать не буду. Главное, чтобы... Так, розовые Гавайи, по-моему, я их два заказывала. Это у нас калибрахуа солнечная сторона. Это желтый. Так, коробка распечатана, по всей видимости, отсюда и высыпалась. Но, в принципе, он чумазый, но неплохой. Видно, какие корешочки. То есть, вполне нормальный саженец. Это у нас, а это у нас без этикетки. Странно. Так, ну вот, судя по рисунку, ой, как же он называется сейчас? Вот это розовые Гавайи, вон так цветет, насколько я помню. Ладно, я потом посмотрю картинку. Хорошо, что он с цветочком. Так, следующий. Алоха Дак Ред. Это красная. Здесь черенок поменьше, но с корешочком, в принципе, живой. Так что были бы кости, мясо нарастет. Время еще позволяет. Сегодня же их все пересажу. Обязательно пролью стимулятором корнеобразования алоха конахаником. А это тоже, по-моему, желтая. Не помню сейчас расцветку. Но вот это явный выпад. Не буду даже сейчас... Это запрелая. Это будут писать претензию. К сожалению, без этого не обходится.
Так, Калибраха Mini Famous Double White. Приставка Double означает, что это калибрашки махровые. То есть бывают цветки простые, бывают махровые, так же, как у петуний. Так, ну вот этот вот замечательный. Правда, чумазенький, но хорошенький. Так, Калибрахо Алоха Классик Пинк Блаш. Пинк это розовый, а блаш это розово-белый, что ли. Как-то вроде бы такие упаковки, но почему-то они все чумазые. В принципе, хороший саженец. Как бы вот здесь напрашивается какая-то перегородка, чтобы не высыпалось. Но... сами по себе упаковки хорошие. Вот, вот так оно должно выглядеть, если это вот на витрине. Но в посылке понятно, что они не терпят. Если бы их вот в таком виде и везли, здесь есть окошечко для вентиляции. Так, это Калибрахо Калита Дабл Черри. Это здорово. Это такой, если я не ошибаюсь, темно-вишневый. Хорошенький, крепенький. Ну, корешок не сильно большой, но хорошенький. Так что моя коллекция пополняется. Так, это у меня Mini Famous Double Lavender Testing. Лавандер это лавандовый. Double это махровый. Тестик это серия. Вот такие корешочки. В принципе, хорошенькие. По сравнению с прошлогодними, конечно, намного крупнее и намного жирнее. Так, тут у меня с цветочками. Алоха Дабл Дак Пинк. Дак это, наверное, темно-розовый. А Дабл это... а Дабл это двойные. Вот такая вот красота. Корни тоже красота. Вот я не пойму, тут таблетки без обертки. Это хорошо. Так, еще калибрашка. Ой-ой-ой. Это калибрахва Алоха Неон. Это ярко-розовая. Да нет, я думаю, что нормально будет все. Так, и калибрашки, наверное. Нет, вот там еще вижу одну. Вот петунии, по всей видимости, закупаются евро-черенки. То, что я рассказывала в предыдущем обзоре, поэтому петунии мне не положили. Хотя должна прийти же мне еще одна посылка тоже с вегетативками. Петунии, наверное, в той будут. Все-таки несколько петуний я в этом году все равно заказала, хоть и рискованная. Так, это Калибрахо Хамелеон Пинк, Милк Пинк. В прошлом году она у меня была такая забавная. Белая с розовыми пятнышками. Так. Саженец крепкий. Корни хорошие. Так что все будет замечательно. Так, а где же этикетка? Это Калибрахо Mini Famous Double Yellow. Yellow это желтый, double это махровый.
Чумазый, но живой. Нет, вот здесь не убрано вот это вот. Надо убирать вот эту вот оберточку, аккуратненько снимать и пересаживать. Хотя говорят, что они как бы сами растворяются, но они очень долго растворяются и мешают все-таки корешкам. Без них лучше проходит укоренение. Ну вот, калибраху я смотрю, по сравнению с прошлым годом, намного лучше качество, вот за исключением, пожалуй, одной. Так, это тоже чумазый, очень чумазый, но жить будет. Так, одна веточка сломанная, но ничего страшного. Так, анатомик оранж. Это оранжевый хамелеон. Это такой ярко-оранжевый. Оранжевый дабл у меня есть. Так, с калибрашками все теперь. Переходим. К пеларгонии. Пеларгония крупноцветковая. Элеганс Алекси. Или Алексия. То ли со светом, то ли с глазами, но вот скажу я вам, что пеларгония чудненькая. Они вообще пересылку не очень хорошо переносят, но в данном случае неплохо. Корней здесь пока не видно, но чувствуется, что она сидит крепенько и выглядит она очень даже неплохо. Надо дать им постоять на свету. Так что с пересадкой даже не знаю, стоит или не стоит торопиться. Можно даже вот так их поставить в тенечке где-то и какое-то время подержать, чтобы они после пересылки немножко подышали. Так, кстати, посылка шла недолго. Накладная от 14 апреля, а сегодня у нас 20 апреля, то есть 6 дней с момента отгрузки до момента получения. Ну, за 6 дней, в принципе, я считаю. Вот еще бы их так не кидали бы, эти коробки, было бы вообще здорово. Так, тут добавляли все, что было. Ну, вообще, скажу я вам, хорошенький. Не скажу, что огромный, но хорошенький. Так, вот такая вот у меня красота. Это пеларгония крупноцветковая Элеганс Полина. В прошлом году я заказывала одну крупноцветковую, или так вот их еще называют, королевские. И заказывала несколько штук пеларгоний зональных. Ну вот, надо сказать, что пришли они в печальном состоянии, выжили не все. Хотя крупноцветковая выжила. Так, это пеларгония крупноцветковая Элеганс Дэви. Так, тоже чумазейка, конечно. Ну, хорошенькая. Это все обтряхнется, посохнет. Все это снимаем. Так. Вот это похоже, что не таблетки, наверное, не магазины. Я так и не встречала. Там с добавлением перлита, с вкраплением. Обычно бывает чистый как бы торф. Честно скажу, хорошенькие, хорошенькие. Так. Тоже без этикетки. Ай-яй-яй. Придется вычислять. Так. Пеларгония крупноцветковая Элеганс Тони.
это прям вообще красотка. Ой, красотка, красотка. Я думаю, что она прямо вот вот-вот и бутоны наберет. Так, а теперь как бы ее мне закрыть? Мне же их надо как-то похоронить немножко. Прямо даже не хочет обратно на свой домик, она хочет на свободу. Так, это у нас пеларгония крупноцветковая Элеганс Империал. Так, листочки долой. Вот здесь, конечно, есть немножко подпревания, но не критично. Меньше, а земля повлажнее. То есть пеларгония лучше даже когда полусухая, чем переувлажненная. Вот. Она не любит переувлажнение. Придется пока вот все в коробке, потому что этикетки, чтобы я потом не перепутала, я все-таки их черенкую. И нету у меня никаких этикеток. Это плохо. Как они сортировали, не знаю, но двух этикеток нет. Так, это у нас пеларгония крупноцветковая Элеганс Ред Вельвет. Темно-бордовая, красивая очень. Тоже немножечко есть подпревание, но в принципе не критично. Бывает, так скажем, и хуже. Ну, корешочки только-только начали пробиваться через упаковку, через вот эту таблетку. То есть черенки-то хорошие, но вот видно, что только-только буквально дали корешки, и все, их сразу в посылку и вперед на север. Так, и осталось у нас... Ладно, я не буду сейчас гадать. Я потом все это посмотрю и... Ну, понятно, что я какую-то заказывала, почему нет этикетки, не знаю. Ни снаружи, ни внутри, ни в коробке. Название мы подберем методом исключения, потому что у меня получилось без этикетки одна калибрашка и одна пеларгошка. И найти их будет, я думаю, несложно. Я в конце видео обязательно найду вот это название вот этой, вставлю картинку. И обязательно найду название вот этой, поставлю картинку. Но вот если я не ошибаюсь, это все-таки розовые Гавайи, и я их заказывала две. Так, а может быть и здесь какая-то еще... Нет, только розовые Гавайи заказывала две, потому что в прошлом году я... Ее заказала, и она мне не пришла, не было ее в наличии. Так, вот их две розовые Гавайи. И такой у нее красивый цветочек. Так, ну что хочу я вам сказать, друзья мои дорогие. Конечно, из 20 позиций один выпавший, это вполне нормально. Обидно, досадно, ну ладно, так скажем. Я сфотографирую, у них есть гарантия. Я в прошлом году по гарантии клематисы, ой, дельфиниума мне пришли плохие осенью, кто смотрел. Из 10, по-моему, дельфиниумов, вот именно один сорт, пришли 2 штуки гнилые. Я отправила претензию, мне сначала их поменяли, потом мне за них вернули деньги, но тем не менее...
свои гарантийные обязательства, они выполняют, это главное. И вот у меня получился неудачный, только алоха хаником. А это, по-моему, желтая, а желтая у меня в этом году взошла своя. И своя у меня будет. Я сеяла очень много, но до результата у меня дожили две звезда клубника какая-то. И вот желтенькая. Ну, она, конечно, не называется хаником, но картинка очень похожая. Так, и получается у меня... Так, а сколько у меня их получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь пеларгоний новых, крупноцветковых. И 13 калибрашек минус одна. То есть 12 калибрахуа, две штуки одного сорта. 11 новых сортов в моей коллекции калибрахуа будет. Сейчас у меня их штук, наверное, 7 или 8. И вот еще будет пополнение, то есть калибрашками я разжилась. Но посылка будет еще одна. И там будут и петуни, и калибрахуа, и хризантемы мультифлора, и еще несколько, по-моему, пеларгоний крупноцветковых. Точно сейчас не помню, будут еще луковицы, будет еще много всего интересного. Кому понравилось и было интересно, ставьте, пожалуйста, лайки. Это заказ из магазина «Русский огород». Заказываю я там не первый год. В принципе, меня все устраивает. И устраивает то, что они на претензии реагируют и не отмахиваются, именно возвращают деньги или наличный кабинет. И в следующей посылке можно использовать эти деньги. Ну, в общем, самое главное, что они не отмахиваются и принимают свои вот неудачи должным образом. То есть марку держат. Еще очень хочу поблагодарить тех, кто откликнулся и оказал помощь моему каналу. На мой донат стали поступать перечисления от зрителей. Так что, если кому интересно, кто-то хочет поддержать мой канал, можете перейти по ссылочке. Ссылочка на мой донат внизу в описании под этим видео. По ссылке это, конечно, здорово, но все же понимают, что это совсем не бесплатно. Эта посылка мне обошлась 2789 рублей плюс НДС. Ну, то есть, сегодня я за нее заплатила 3... Даже не помню сколько. 3... 200... 350, что ли. Ну, как-то так. Напишу точно сумму. Ну, в принципе, сумма вам ни о чем не скажет. Вот цена одного растения калибрахуа. Это при заказе раннем. 109 рублей. При калибрахуа, которые такие, как сказать-то, махровые, у них цена 119. Пеларгонии у кореняшки. Вижу. Сто восемьдесят что ли. Напишу. Не буду гадать, напишу. Вот такая вот у меня калибрашка прошлогодняя Double Orange Tastic. Ну, при искусственном освещении она не такая яркая, когда на солнечном свету, конечно, нам намного ярче. Вот такие две расцветки у меня получились из семян. Это, конечно, не хаником, но тоже желтенькая. И вот такая земляничная звезда. Ну, а я сейчас быстренько сфотографирую вот эти все и отправлю претензию. Пока не вышла посылка, возможно, мне пришлют замену. Нет, значит, хотя бы, если нет в наличии, хотя бы стоимость следующей посылки будет уменьшена. Так, ну, такая вот у меня получилась сегодня посылка. Так, ну вот я провела тут работу. Получается, нет у меня сорта Elegans Loes. То есть это вот та, которая была без этикетки. Стоимость пересылки я посчитала, заплатила 3154, доставка обошлась 365 рублей,
То есть где-то 17 рублей 40 копеек каждому ценнику нужно прибавить. Но это в среднем, это когда большая посылка. Конечно, если будете заказывать 5 штук, то, соответственно, эта сумма поделится на 5. И доставка будет намного дороже. Ну, такие вот у меня сегодня обновочки. Ладно. На этом сегодня все. С вами была Елена, канал «Женские секреты». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будут еще новые посылки, будут новые распаковки. Всем удачи, хороших вам саженцев. Скоро майские праздники, будем делать субботники на даче. И готовимся к сезону по-серьезному. На этом сегодня все. Всем удачи и до новых встреч.